вся Россия, в том числе и Тверская область, готовится к акции «Бессмертный полк». Шествие 2022 станет еще масштабнее и красочнее. «Бессмертный полк» в этом году обещает быть самым многочисленным за всю историю его проведения. Мы ожидаем увидеть и портреты погибших героев Великой Отечественной войны, конечно, тех, кто погиб в специальной военной операции на Украине и других боевых действиях. Все-таки, как-никак, у нас получается 100 лет борьбы с фашизмом. Да? В 1922 году Бенито Муссолини прошел первым своим шествием, а сейчас наши ребята вынуждены с этими вновь проросшими ростками зла бороться, потому что по-другому мы не можем. «Бессмертный полк», вот 9 мая, это душа, это такая какая-то нравственная, глубокая, моральная скрепа, которая объединяет весь многонациональный народ нашей страны и объединяет наших соотечественников, которые проживают за рубежом. Also Gesetz. Aber dürfen wir russische Volkslieder singen? Auch russische Volkslieder dürfen wir nicht singen. Для нас это праздник, праздник победы. А нам из всего этого сделали день траура. Нам нельзя музыку, нам нельзя символику, нам нельзя флаги, нам ничего нельзя. Они 8-го празднуют. Их день. 8 мая. У кого у них? А у кого у них? А тебе важно, тебе ответ. Я вас на коленях прошу, закройте рот. Пожалуйста, я умоляю вас. Что вы себя провоцируете? Камеру брал! С одной стороны, чтобы не было инцидентов в связи с ситуацией с Украиной, понять можно, но я считаю, советский флаг можно было и оставить, флаг победы. Это не Россия, сейчас идет не война, но проблемы, скажем так, да, России с Украиной, поэтому можно было хотя бы советскую атрибутику и можно было оставить. При входе останавливали, просили снимать или заклеивать. Что? У нас, допустим, на фотографии моего друга деда георгиевская лента, нам пришлось ее заклеить. Помедленнее, не разгоняйтесь. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо, пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Плачьте, в горле сдержите стоны, великие стоны. Памяти павших будьте достойны, вечно достойны. Пронесем, друзья, по свету, Фриден Авдем Ганце. Фашизм не пройдет. А почему вы не кричите? Нацист Раус. Были сдержаны.
все будет хорошо. Думаете? Да. Мир будет? Конечно. Будет мир во всем мире. Мы всем желаем этого. Мы 77 лет мира. Да, мы не хотим войны. Мы хотим только мира, дружбы, любви. То есть вы за то, чтобы войну прекратить? Конечно, хотим. Обязательно. Чтобы она закончилась. Никогда ее не было. Нам очень жаль, что гибнут и украинские, и русские. Очень жаль. Мы хотим только мира. И мы желаем, я чистого сердца желаю только мира. Только мира и добра. Ну, всем. Это вождь? Вождь, конечно. Он был вождем, конечно. Хороший человек. Дед говорил, да. У деда он стоял рядом с иконой. Сталин стоял рядом с иконой? Да. Не скандировать и не петь! Не скандировать и не петь! С этого момента мы готовимся к минуте молчания. С этого момента мы готовимся к минуте молчания. Вспомним тех, кто дошел до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами. Наступает минута молчания.